С вами Макс Милян, и сегодня буду снимать видео про Mortal Kombat Mobile. Я буду бросать вызов Джаксу Бриксу, тяжелое вооружение, где сейчас я его пройду. Я его уже проходил. И так вот. И вот, ставим этих. Что сказать, я проходил Джакса Брикса, он у меня уже 3-го уровня. Что еще хочу сказать. Ну, персонаж довольно как тяжелого, хотя он так и называется, тяжелое вооружение, он довольно стойкий и не, скажем так, неплохой в обороне. Я, то есть в атаке я имею в виду. Вот так. Что еще? Я хочу еще сказать, что, короче, Mortal Kombat добавила, так, или собирается добавить новых персонажей, или какое-то обновление будет, точно не знаю. Но походу будет новое обновление, потому что меня постоянно выбивает табличка, что обновили какие-то, скажем так, обновили права, или будет обновление Mortal Kombat. Я точно в этом не уверен, тоже если что, вы можете все узнать. Ну, как я зайду в Google Play и прочитаю. Что еще? Меня так долго не было, я уезжал по делам, поэтому я не мог видео снимать и выставлять его в YouTube. Вот так, потому что поэтому я так долго не выставлял видео. Что еще хочу сказать, я буду копить души и также буду открывать паки за 400, там за 300 или за 450. Кстати, если кто не знает, хотя уже большинство об этом знает, на персонажа Mortal Kombat 11, именно на золотых, скинули наценку, и теперь мне стали там 250 душ стоить. Но, конечно, это время уже прошло, или еще есть, я вам покажу в конце видео. Так. Вулкан огненной кулаки, сразу его выбиваем. Ой-ой-ой. Вот так и все. Да, еще что я заметил, у меня иногда на моем телефоне иногда какие-то лаги идут, не знаю почему, но обычно, когда у меня прием на, именно если я ставлю пачку из триборгов, то обычно у меня Сайрекс, почему-то его прием как-то заторможен идет. Сначала у него выбивается сетка, а потом вы должны набивать удары. Почему так, неизвестно. Так, хотя у меня неплохой телефон даже. Тоже пусть разработчики пофиксят и избавятся от этих багов. Так, хотя и баги можно встретить в игре, например, есть один такой баг. Когда вы играете за рептилию, именно за алмазную, и делаете второй или первый спецприем, точно не помню, там идет какая-то... А нет, когда вы играете не за рептилию, а играете за то ли скорпион, то ли сапфир, за МК-11, из МК-11 имею в виду. О, так быстро Джакса Брикса победил, даже не заметил. Короче, там постоянно, когда первый или второй спецприем Саб-Зира или Скорпа делается, идет как обычно, типа, как, ну, скажем, как туман. И почему-то этот туман не убирается, когда уже спецприем исполнен. Почему, не знаю. Бывает такое, ну, как бывает, но редко. Я играл, и у меня такое было вот вчера, например. Что еще? Так, нет, на задание не заходим. Заходим в магазин. Так. Уже убрали, кстати, алмазный набор Скарлетт из МК-11. 350 набор, всего лишь один день действует. Не, ну набор 7, конечно, такой. Ладно, жаль, тот набор вчера убрали.
Там персонажи стоили 350 или 250, точно не помню, это золотые персонажи с МК-11. Имея в виду Джейд, Рейдена и вроде Скара. А, нет, Кабала, точно, золотого Кабала. Вот так. Ну, Джакса Брикса я улучшил до четвертого слияния. Так, где он тут? Именно тяжелое вооружение, Джекс Брикс. Так, Джеки Брикс. А где же Джакс Брикс? А, вот он. Я им практически не играю. Но вот он теперь улучшенный, прокачанный довольно. И это довольно очень хорошо. А, также еще что? Ну, я коплю души, буду открывать разные паки. Конечно, я хотел бы именно всех персонажей открыть, но такое, конечно, будет. Я бы хотел, чтобы мне или Кабал выпал МК-11, или, например, даже Баракакара, потому что за Тракантанца, ну, именно за Бараку я не играл еще. Вот так. Я играю за Триборгов, именно из пачки Триборгов. Ну и мои постоянные персонажи Джонни Кейдж, Соня Блейд и Мелина. Джонни и Соня из комбата пока. Вот так. Ну, это Мелина классическая. Я его, кстати, прокачал до 50 уровня. Я бы, конечно, хотел бы Джонни Кейджа и Соню Блейд прокачать бы именно по уровню, чтобы у меня хотя бы был 10 слияние, это было бы очень хорошо. Но, как видите, до какого уровня дошел. Иногда я даже играю за Кентаро. Он очень неплохой. За Джейсона Вурхиса тоже. Ну, Кана это такое, как... Ну, для меня Кана классический, это, походу, самый лучший Кана и Серебряный. Но я редко из него играю. Скорпиона Ханзо Хасаши я не играю, у меня как, ну, не прокачанный, ну, у меня прокачанный по 50 уровню, но он у меня не прокачанный по, именно по повышению, по слияниям, имею в виду. Ну, Скорп МК-11. Кстати, самая неплохая пачка, я могу вам сказать, это Скорпион МК-11 и Саб-Зиро МК-11 вместе с Ханзо Хасаши Скорпионом. Очень хорошая такая пачка команды, потому что это, ну, скажем так, Скорпион очень быстрый с МК-11, а Саб-Зиро, во-первых, дает охлаждение. Ну, как замораживает, притормаживает врагов, а Ханзо Хасаши быстро их добивает. Хотя, если вы замечали, я обычно в видео выставляю Ханзо Хасаши первым. Он как быстрее всех урабатывает. Вот так и побеждает. Ну что ж, с вами был Макс Милян. Это было такое немножко коротенькое видео. Я вам рассказал. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите.